Добрый день, Тюмень. Наш с вами добрый день продолжается. В студии Артем Фирсов. И, друзья, у меня к вам вопрос. Чего вам не хватает для полного счастья? Денег, здоровья, а может быть, любви? Предлагаем выбрать один из трех предложенных вариантов ответа. При желании можете оставить свой в комментариях к опросу. Заходите в группу Тюменского времени ВКонтакте и голосуйте. А вот тема третьей части нашей программы сегодня. Смотрите далее. Разбираемся с новым механизмом получения пособий. Сегодня у нас очень насыщенный эфир и третья часть программы – новая тема и новый гость. Тюменская область переходит на прямые выплаты больничных и декретных пособий. Это случится в июле месяце. А в пилотном проекте Фонда социального страхования нам готова рассказать исполняющая обязанности управляющего Тюменским региональным отделением ФСС Динара Паштаренко. Динар, милости просим в нашу студию. С удовольствием мы сейчас с вами обсудим все пилотные проекты, которые существуют, да, на сегодняшнем этапе. Ну и у меня, соответственно, первый вопрос. Что из себя представляет именно этот проект «Первый пилотный»? Сегодня все пособия, связанные с заболеванием или материнством, платит работодатель своим работникам, как правило, в день аванса или заработной платы. С 1 июля 2020 года функцию по расчету и выплате пособия будет исполнять Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. То есть прямо вот в региончике все это короче получается дистанция, да? Для потребителя какая-то разница будет ощутима? Для потребителя, обычного работника, нет, конечно, разницы ощутимо не будет. Единственное, что необходимо будет, это работникам надо будет подать заявление и выбрать способ перечисления этого пособия. А также по-прежнему работодатель будет нам предоставлять все сведения по своим работникам. То есть схема укорачивается, соответственно, меняется наше взаимоотношение непосредственно с нашими работодателями. Понятно. Тогда вот такой вопрос. Какие изменения пройдут с 1 июля во взаимоотношениях работника, работодателя и фонда социального страхования? У нас, получается, три персонажа здесь действующих. Да. Да? Работник, работодатель и вы. Да. Какие изменения? И почему вот именно 1 июля? Ну, 1 июля, таков срок у нас выбрало наше правительство. У нас все регионы, начиная с 2011 года, постепенно вступали в этот проект. Тюменская область практически одна из самых последних. С 1 января 2021 года все регионы Российской Федерации будут исполнять данные функции. Что касается непосредственно схемы взаимодействия, сегодня все работодатели платят страховые взносы в Фонд социального страхования. И осуществляют выплату пособия своим работникам также из своих же собственных средств. При этом, если они выплачивают эти средства, то есть по больничному, да, по болезни, либо в связи с материнством, то свои страховые взносы они уменьшают. Ну, это достаточно сложная сейчас схема, она называется схема зачетная. Поэтому с 1 июля эта схема упрощается. Все работодатели будут в полном объеме нам платить страховые взносы. А мы уже из своих собственных накопленных средств будем выплачивать работникам это пособие. Непосредственно для работника здесь ничего не изменится. Я еще раз повторю, работник просто будет подавать заявление своему работодателю о способе перечисления средств. Либо он получает средства на карту Национальной платежной системы МИР, либо он получает на банковский счет, который не привязан ни к одной платежной системе, кроме... Ну, к любой другой платежной системе. Либо он может получать непосредственно почтовым переводом на почте. Вот если сейчас кратенько коснуться как раз карт МИР, она обязательна, да? То есть, получается, ее первую предлагают, да, в социальных вот этих условиях? Да, для выплаты пособий по линии Фонда социального страхования карта платежной системы МИР, она обязательна. Кроме того, с 1 июля 2020 года банки будут блокировать платежи, которые осуществляются не на карту МИР. Ну как, карта МИР будет развиваться просто стремительными шагами. Вот очень интересно. У меня вот такой вот вопрос. Меняются ли при прямых выплатах размеры формулы расчета, схемы? То есть вот к чему готовиться вот простому потребителю? Я понимаю, что я мужчина. И основной вопрос в этом плане, он у мам, которые по уходу за ребенком у них отпуск, да, берется, больничные. И вот каким формулам, чего они должны ощущать именно как раз в каких-то переменах? Или это те самые старые формулы, которые рассчитывали 24 рабочих дня, делятся там на 0,7 и так далее. В результате мы получаем четко обозначенную зарплату, да, которую... Как сейчас?
Я хочу всех успокоить. Порядок расчета, он не меняется. То есть, как работодатель ранее рассчитывал пособие, точно так же его будет рассчитывать фонд социального страхования. А вот для застрахованных граждан какие-то есть преимущества? Ну, у нас застрахованные граждане – это граждане, которые официально у нас трудоустроены и работают по трудовому договору. Ну, вот, друзья, получается, если вы действительно получаете белую зарплату, а не в конвертике, в этот момент у вас есть очень четкая ситуация. Вы понимаете, что для вас на сегодняшний день, да, ФСС четко дает возможности, ну, вообще просто человек застрахован, у него есть понимание, что его не обманывает работодатель, и он получает средства, те, которые ему принадлежат, о которых он может заранее узнать, да, и узнать все расчетные формулы. Да, это... дело в том, что у нас еще есть возможность воспользоваться личным кабинетом застрахованного. Кроме того, если застрахованному у нас медицинское учреждение выдаст электронный листок нетрудоспособности, то в этом кабинете можно узнать весь расчет пособия, сроки выплаты. То есть все очень удобно. Давайте вот разберем одну ситуацию. К примеру, одна из сотрудниц организации на 1 июля этого года будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Угу. С 1 июля назначать и выплачивать пособие будет региональное отделение фонда или страхователь? Нет, все пособия, несмотря на то, что мамочка находилась до 1 июля в отпуске по уходу, с 1 июля 2020 года все пособия будут выплачивать региональное отделение. Работодатели, мы сейчас проводим масштабную информационно-разъяснительную работу, семинары, вебинары. Мы всем своим работодателям доводим информацию о том, что им необходимо будет собрать заявление со всех мамочек, которые на 1 июля будут находиться в отпуске по уходу за ребенком, для того, чтобы они смогли в кратчайшие сроки с 1 по 15 число ежемесячно получать свое гарантированное пособие. Мамы, вспоминайте, как писать заявление. Во всяком случае, подскажут ответственные чиновники, да, как это сделать правильно, быстро и точно. Ну, а у нас, кстати, сегодня был опрос. Угу. Я вот как человека, который, с вашей точки зрения, беспокоится за людей, хочу, чтобы вы поучаствовали. У нас опрос был такой. Да, чего же нам больше не хватает? Денег, любви или здоровья? Давайте вот посмотрим. Денег. 50% людей говорит, что нам не хватает любви. Прямо 20% здоровья. Вы к какой категории себя относите? Конечно же, любви. Любви. Вот, друзья, да, любовь прям вот необходимая штука для нас, для всех. И, кстати, я буду предлагать сейчас помочь мне определиться с чемпионами. У нас здесь есть комментарии. И, друзья, напомню для всех вас, что лучший человек, который сейчас прокомментировал, с вашим голосом даст возможность вот так получить... себе отдых в течение на две персоны на большом катке нашего города. Итак, давайте посмотрим. Пирамида Маслоу автору в помощь. Вот так вот сразу говорят. Михаил говорит, возможности заниматься любимым делом не хватает. То есть для трудоголиков, да, наверное, да. Это хорошее такое замечание. Зачета по философии не хватает, и сессия будет закрыта, и будет мне счастье. Да, Мария нам написала. Квадратных метров не хватает Олесе Чашковой. Олесь, не переживайте, все в вашей жизни когда-нибудь будет. Дмитрий Кубасов напишет, я счастлив, у меня все есть. Хорошо оплачиваемой работы, сильного мужского плеча. Как говорится в пословице, было бы здоровье, остальное все приложится. Светлана Лазарева. Итак, давайте посмотрим, чей комментарий для вас оставил самое приятное ощущение? Для меня приятное ощущение оставил все-таки комментарий Светланы Лазаревой. Здоровье – это тоже очень важно. Светлана Лазарева у нас получит... Эй, друзья, вот такой вот... Потрясающий пригласительный билет. Я думаю, что это будет просто здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. За полезную информацию. Друзья, проще, чем кажется. Продолжаем тему полезности и в нашем совете дня. Как вести учет школьного питания через соцсеть «Одноклассники» или оформить пенсию в два клика? Наши коллеги составили топ-5 малоизвестных услуг, которые можно получить онлайн. Смотрим. В
мы с вами привыкли записываться на прием к врачу, оплачивать штрафы и госпошлины, не вставая из-за компьютера. Но есть много других, не менее полезных услуг, о которых не все знают. Услуга номер один. Оформляем пенсию в два клика. Через личный кабинет на портале госуслуг. Первый клик – проверка состояния лицевого счета. Сведения о стаже, заработке, пенсионных отчислениях работодателя. От точности этих данных зависит не только размер будущей пенсии, но и срок ее назначения. Второй клик – подача заявления онлайн. Это можно сделать не раньше, чем за месяц до даты X. Не забудьте указать и способ доставки – через Почту России или банк. Раньше заявителям необходимо было записаться в пенсионный фонд, собрать документы, прийти на прием. Эта процедура могла занимать около 2 дней. А сейчас эта вся процедура занимает, получается, 5 минут. Услуга номер два. Пользуемся мобильными приложениями. Это транспорт 72, медицина 72, образование 72 и ЖКХ 72. От внесения показаний счетчиков до покупки билетов на междугородний автобус. Приложения включают десятки услуг, доступны на всех платформах и скачиваются бесплатно. А с недавнего времени Департамент информатизации области запустил новинку – приложение «Форум 72». Здесь можно зарегистрироваться на все официальные мероприятия региона, такие как, например, «Инфотех», следить за повесткой и заранее видеть спикеров. Услуга номер три. Заказываем выписки о недвижимости онлайн. Новый сервис запустила на своем сайте кадастровая палата. Теперь, не вставая из-за компьютера, можно получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости и проверить, состоит ли квартира в залоге, кто реальный собственник, нет ли незаконной перепланировки, ипотеки и ареста. Отметим, эта услуга платная. Рассчитаться можно также онлайн. Услуга полезна практически для любого жителя нашей страны. И получать уже сразу там до 1000 выписок за один раз. Услуга номер 4. Следим за питанием школьников через сеть «Одноклассники». Оплачивать обеды родителям стало еще удобнее. С недавних пор в популярной социальной сети появилась группа «Учет школьного питания Тюменская область». Вступив в нее, вы автоматически получаете уведомление о необходимости пополнять баланс в электронной школе. В настоящий момент к системе подключено порядка 130 образовательных организаций. Услуга номер 5. Получаем медицинские справки онлайн. Через личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг Тюменской области. Здесь можно не только записаться на прием к врачу, увидеть результаты всех анализов онлайн, в два клика сменить поликлинику и тут же оформить справку в бассейн, доступ к сдаче ГТО и, что особенно удобно, санаторно-курортную карту для детей. Но самая популярная услуга онлайн-кабинета даже не это. Данной услугой на текущий момент воспользовалось более 7 тысяч пользователей, конкретно выпиской из электронной медицинской карты. Так вот, друзья, я-то сейчас почувствовал, я в топ-5. У меня все эти услуги подключены, я счастливый человек. Ну, на этом все на сегодня. А уже завтра мои коллеги Дмитрий Наумчик и Ольга Солоницына скажут вам, обнявши вас и поцеловавши. Добрый день, Тюмень. Счастливо и пока!